На благоустройство Новосибирска в этом году выделят дополнительно 400 миллионов рублей. 200 миллионов дает федеральный бюджет, при условии, что город со своей стороны вложит такую же сумму. Две трети средств направят на то, чтобы привести в порядок придомовые территории. Остальное на другие виды благоустройства. Деньги получит не только областной центр. В целом по региону дополнительное финансирование только в этом году составит почти 900 миллионов рублей. А к 2020-му должны привести в порядок каждый шестой населенный пункт. Если средства будут тратить эффективно, то федеральный центр может продлить программу еще на несколько лет. Необходимые поправки в бюджет области внесут на ближайшие сессии законодательного собрания. Нам надо очень быстро реагировать на поправку. Почему? Потому что есть это все федеральные там деньги поступают на регион софинансирование. Где-то 40, где-то 30, где-то там 60%. Если мы не будем реагировать быстро, мы, конечно, никогда не получим. Вот я всегда перевожу пример Татарстан. Почему мы всегда восхищаемся? Да, Татарстан, вот они живут очень хорошо. Вот, у них там развивается и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что практически все правительства Татарстана, они все в Москве. Вот как они увидят, что деньги есть, что они тот же вносят программу и все. А пока мы обсуждаем, пока, ну это же год упустили. И этого ни в коем случае нельзя упускать там.